Фортепиано, гитара и синтезатор – это самые популярные специальности в музыкальных школах в последние годы. На них самый большой конкурс. В среднем 5 человек на место. Как правило, у детей мы проверяем слух, ритм, музыкальную память, координацию. Вот такие основные важные параметры. Спрашивают спеть какую-нибудь знакомую мелодию, песенку, буквально куплет. Вот, в это время как раз смотрят, какой у ребенка слух, какой ритм, какая интонация. Вот, и педагоги уже делают для себя определенные выводы. Вот, также просят прохлопать определенный ритмический рисунок, и даже не один, а несколько. По сравнению с прошлым годом условия приема существенно не изменились. На курс 7-летнего обучения принимают ребят в возрасте 7-8 лет. На курс 5-летнего – ребят 10-11 лет. В некоторые музыкальные школы набирают и 5-летних. Это группа общего музыкального развития. Она существует один год. После этого они переходят в подготовительный класс, где уже помимо общих музыкальных предметов у них есть музыкальный инструмент. Они, так скажем, готовятся для поступления в первый класс. Заявки можно подавать уже сейчас. Прием документов до конца мая. Практически во всех музыкальных школах проводят бесплатные консультации, на которых преподаватели готовят ребят к прослушиванию. Отбор продлится до 15 июня, а уже 16-го будут известны результаты.